год прошел замечательно. Выиграли чемпионство в первой лиге. Второе место заняли на международном турнире. В принципе, неплохо отыграли. Наш игрок третьего года ПФЛ выступил тоже, то есть и сборную вызвали. В принципе, год, наверное, один из самых лучших в моей карьере футбольной. Ну, для меня, как все для команды, прошел хорошо, огромный рывок по сравнению с прошлым годом. Как бы это все видно. У нас игрок в сборной выступает за основную команду. Поэтому нельзя не заметить этот рывок. Вот. Выступили хорошо, выиграли его, прошли без поражений. Поэтому как бы, задачу выполнили. Ну, посмотрим, все от нас зависит. Тебе, Алексей, может, у тебя какая-то конкретика по этому поводу? Инсайт? Ну, конечно, хочется, чем быстрее, тем лучше, поэтому мы будем работать над этим, прикладывать все усилия. Ну, знаете, я пока до сих пор еще не до конца понял, чего я добился. Потому что я вообще сам с Махачкалы. Только в этом году переехал, в январе, в Москву. И вот так все постепенно пришло ко мне. Сборная Россия, вызвал первую команду. И в профессиональный футбол ушел. Это эмоции такие, хорошие эмоции. Ну да, поначалу мне было сложно первые два месяца, но потом я постепенно начал привыкать и уже спокойно играю. Нормально. Ну, играю я нападающего, центрального. Ну, я думаю, это моя скорость и, ну, мышление, футбольное мышление. Ну да, и физически тоже сильный. Ну, я поставил себе задачу стать лучшим бомбардиром ПФЛа второй лиги и выйти со сборной на Евро 2020. А команде... чтобы мы стали первые, ну, добились высших результатов. Также в клубной лиге и в ПФЛ хотелось бы быть выше в турнирной таблице. И пожелать им удачи.